Японские политики, большинство из правящей либерал-демократической партии, в четверг продемонстрировали официальную китайскую карту 1969 года. На ней спорные острова в Восточно-Китайском море обозначены японским названием. Карту разместили на веб-сайте японского министерства иностранных дел. Токио надеется, что документ положит конец многолетнему спору с Пекином по поводу необитаемого архипелага, который в Японии называют Синкаку, а в КНР – Дяоюй. По мнению японской стороны, в принадлежности островов теперь нет никаких сомнений, поскольку даже Китай определял эти острова японским названием. Мы хотим, чтобы этот спор был разрешен раз и навсегда и немедленно. Все, чего мы хотим, это чтобы они прекратили заходить в наши территориальные воды. Это с самого начала была наша территория, и это бесспорно. Архипелаг находится в 2000 километрах к югу от Токио. Как предполагается, под морским дном вокруг островов залегают большие объемы природного газа и нефти. Это место также богато рыбой. Пекин настаивает, что одна только карта не может быть доказательством территориальной принадлежности. Министерство иностранных дел КНР заявило, что может предоставить десятки карт, где острова названы Дяоюй. Тем временем Токио говорит, что китайские власти обратили внимание на этот архипелаг только после того, как в их районе нашли природные ископаемые.